Всем привет, уважаемые друзья! Сегодня я хотел бы сделать кратенький обзор этой рубашки от компании TruSpec. У данной модели нет своего названия, но она относится просто к категории служебных рубашек серии 24/7, класс B. То есть сам производитель нам предлагает использовать данные рубашки в качестве служебных или рабочих, когда вы, допустим, их заправляете в штаны, либо вы можете носить их в повседневной жизни просто на выпуск. То есть здесь фасон специально сделан таким образом. А более того, при желании, вы, в принципе, можете их и вообще расстегнуть вот, и носить в таком виде. То есть фасон довольно свободный, приятный. Причем сама рубашка имеет название слова ультралайт, то есть она пошита из довольно легкой ткани, как раз таки на лето. Это как раз таки то, что мне нужно. Достаточно свободный такой покрой, легкая дышащая ткань и при этом такой вполне себе гражданский вид. Но для начала давайте покажу ее просто на себе, как это, собственно, все выглядит с разных ракурсов, да. Сам крой рубашки максимально свободен и не стесняет движений. Вы можете достаточно активно двигаться, передвигаться, делать какие-то достаточно разнообразные движения, и при этом у вас не будет ощущения, что на вас какая-то рабочая официальная одежда. Нет, даже когда вы только одели эту рубашку, вы сразу ощущаете ее как нечто такое достаточно свободное, легкое, как будто это реально ваша повседневная рубашка, которая уже давно вами носится. Здесь крой сделан специально таким достаточно свободным, что на спине, что в области локтей на рукавах, да. Возможно, кому-то рубашка покажется мешковатой, да, немножечко. Тем не менее, вот именно по ощущениям на теле, мне эта рубашка реально понравилась, особенно в сочетании с тканью, которая как раз-таки легкой плотности. Впрочем, некоторых элементов, которые характерны для более продвинутых рубашек, здесь нет. Например, здесь отсутствуют вентиляционные отверстия. А на спине здесь также нет специальных прорезей для вентиляции, как, например, на рубашках серии TacLite 5.11. Но, скорее всего, это также сделано именно потому, что рубашка ультралайт, то есть она и так сама по себе достаточно неплохо дышит. Из каких-то дополнительных фишек, которые здесь имеются, могу лишь назвать то, что карманы здесь достаточно удобные, два нагрудных кармана, при этом клапаны косые и с достаточно удобным доступом на велкро. При этом карманы не совсем симметричные, то есть и здесь имеется сверху вот такой вот доступ, как видите, под ручку, например. Вот. Но при этом хочу сказать, что на этом кармане внутри имеется дополнительный мини-кармашек под ручку. Здесь же этого мини-кармашка не имеется, как раз таки потому, что данное крепление уже позиционируется как крепление под микрофончик, там, вашу гарнитурку, ну и так далее. Также мне очень понравились скрытые карманы, как, например, у рубашек 5.11. Карманы реально очень большие, закрываются на молнию, но вот их объем меня очень сильно поразил. Они реально большие. Вот сейчас вы видите, где находится моя ладонь. Это все у нас область кармана. При этом внутри кармана это не ткань, это именно сетчатый материал, как раз таки для того, чтобы вам не было слишком жарко, вы не потели от двойного слоя ткани. То есть здесь именно максимальное облегчение и максимальная дышимость. Но при этом сеточка такая довольно-таки крепенькая на вид. В таком виде эти карманы совершенно незаметны. А что касается молнии на рубашке, то она здесь брендовая, фирмы YKK. На самом деле молнии на рубашках не всем нравятся, но я к этому отношусь достаточно положительно. Мне это кажется довольно удобным и быстрым. Обращаю ваше внимание также на то, что здесь два бегунка, то есть вы можете настроить молнию по вашим задачам, для чего это может быть нужно. Объясняю. Вот, например, вы установили нижний бегунок сюда, а далее зафиксировали рубашку на велкро, и она у вас в таком виде, и вы при этом, скажем так, носите ее как обычно. При этом в случае необходимости вы просто приподнимаете подол рубашки, и при этом у вас открывается доступ к поясу со снаряжением, или, например, к кобуре, к ножу, ну и так далее. На самом деле довольно удобно, и при этом внешне никак не бросается в глаза. В
целом рубашка мне понравилась. Если честно, она мне понравилась даже больше, чем некоторые так называемые тактические рубашки, чрезмерно перенавороченные. В этой рубашке от Труспек как раз таки есть набор самых таких базовых и нужных функций. При этом она легкая, не стесняет движения. Все очень-очень свободно, и это как раз таки то, что я люблю в одежде. В целом могу ее рекомендовать. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.